Вам три предмета. Поехали. Это продолжение «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Да ну, не вы. Здесь живут мертвые и говорят немые. Надя, пока ты говоришь. Так, папу, есть ли жизнь? Правильно. На Марсе. Нет. Ваш ответ. Ну, переходим. Читайте вопрос. Читайте. Это название. Вспомнили они молчавшихся с дорогой, да? Создавали специальный школ. Вы еще ждете встречи с волшебником в остроконечной шляпе и со звездами? Да, ну что? В этом раунде. 5. Ой, 12,5. Забрали победу, пошли домой. Это было бы скучно, неинтересно. Теннис тоже первый раз в таком формате. Такая бешеная игра с бешеной гонкой. Нет, такое мероприятие надо проводить намного чаще, я считаю. И надо, ну, намного больше вопросов. Этого слишком мало. Мы тут сколько час сидели всего. То есть, получается, вы намного образованнее, умнее, и вы готовы бороться? Мы готовы всегда.